вечер, ребята! Ой, как красиво! Здрасте, ребята! Ой, зря ты, Шунечка, гулять не пошла! А я тут бусы примеряю. Смотри, как красиво, вот. Ой, какая ты смешная, Шунечка, в этих бусах. Ой, и ничего вы, мальчишки, не понимаете. Да это тетушки Матильды украшения. Да, мне тетушка Матильда разрешила их посмотреть, вот. А по-моему, Шунечка, тебе они не идут. Ты в этих бусах и ходить ты не сможешь. А зато через них можно прыгать, как через скакалку. Оп-оп! Они такие длинные! Добрый вечер, дорогие друзья. Лёш, Лёш, посмотри, какая она сегодня Шуня смешная. Ой, бусы порвались. Шуня, вставай, ну ты не ушиблась? Вставай, вставай. Что у вас происходит? Ой, Лёш, тётушка Матильда дала Шуне свои украшения посмотреть, вот. Да, а я с ними играть стала. Кажется, бусы испортила. Шунечка, ну не расстраивайся. Я вижу, что тут все запутала, раскидала. Да. Это все легко поправить. Я тебе помогу. Главное, чтобы ты не была похожа на девочку Ульяну. На какую Ульяну? Да. На Ульяну из сказки. А вы что, не знаете эту сказку? Нет, не знаю. Ну тогда я вам ее расскажу. Ой. Жили-были в одном селе две сестрицы, Ульяна и Маняша. Хоть мы и сестренки, очень не похожи мы. Я от Мани отличаюсь, словно лето от зимы. Мне-то многого не надо, все, что есть, все хорошо. Ну а мне что не дадите, подавай еще и еще. Вот поехал их батюшка на базар в город и спрашивает: ну, дочери мои, что вам привезти, а? Тебе, Маняша, чего хочется? Да мне многое не надо. Гребень для волос, да чтобы красивый был. Хорошо. А тебе, Ульяна, о чем мечтается? А мне привези, батюшка, гостинцев целую сумму. Привези бусы красные, леденцы вкусные и еще башмачки на остром каблуке. Да зачем тебе бусы, а? Что ты с ними делать будешь? Да и острый каблук ни к чему, мала ты еще. Ну и что? Ну, хочу бусы и каблуки, и чтоб непременно острые. Ну, договорились, договорились. Поехал я, а вы здесь за порядком следите. Остались сестрицы одни. За играми да хозяйством день прошел. И вот вечером батюшка возвращается домой. Вот тебе, Маняша, гребень. Будут твои волосы еще краше. Спасибо тебе, батюшка. А тебе, Ульяна, как и просила, целая сумма гостинцев. Ура! Ой, что тут? Что? Сейчас. А вот бусы красные, прекрасные. Я их и так, и этак, и узлом завяжу, и на пальцах разложу. Ой, покатились, догоняй. Ну вот, рассыпались твои бусы, не соберешь теперь. А вот туфли мои меня порадуют. Туфли, туфли, вот обнова. На высоких каблуках, как надену, да как выйду, вся деревня скажет: ах, я на них попрыгаю, посильнее да повыше, буду выше всех. Ой, а что это за треск? Ах, это каблуки твои треснули. Кто же на них прыгает-то? Ой, несчастная. Ну и ладно, у меня леденцы есть. Вот оно, вкусное мое счастье. Никому не дам. Ох, и сласть мои конфетки, леденцовые дрожжи. Так и съела бы все сразу. Ой, растаяли уже. О, это счастье твое растаяло. А могла бы ты и сестрицей поделиться, и сама полакомиться. Да уж, правду люди говорят, счастье без ума
что дырявая с ума. Ну вот и вся сказка. Ой. И с тех пор Ульяна такой капризной не была. И вещи свои берегла. Мне эта сказка понравилась. Знаешь, Леша, мне не очень хочется быть похожей на эту Ульяну. И очень хорошо. Кстати, я все починил. Ой. Ой, ой, большое спасибо тебе, Леша. Не за что. Нам пора прощаться с ребятами. До свидания, ребята. До завтра, мальчики и девочки. Спокойной вам ночи и ангела-хранителя. Счастье без ума, что дырявая с ума. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи.